людей, которые приехали отдыхать именно на российские курорты, значит, патриотов и тонких ценителей российского отдыха, да? Ну и попросту богатых состоятельных людей, которые могут себе позволить отдых летом здесь, в предолимпийском Сочи. Молодцы! Ну, знаете, я сказал привет Сочи, хотя на самом деле наверняка мест же не так много сегодня в зале, да? Вообще удивляюсь, как вы узнали, что сегодня концерт? Я одной из Сочи города. Ездил, да? Где узнали? Случайно пишут, просто думали, что Михаил.